Всех приветствую с оружейки, дорогие друзья! С вами Алекс, и вы на канале Алекс Армори. И сегодня мы с вами сравним две разгрузочных системы. Это боевой жилет разгрузочный Вооруженных сил Республики Беларусь и УМТБС ШШ-117 Вооруженных сил Российской Федерации. Вы пока не забудьте подписаться и поставить лайк, это очень мотивирует на создание новых роликов. А мы начинаем! Жилет боевой разгрузочный впервые был представлен вместе с новой формой образца 2020 года и имеет в себе три комплектации – автоматчик, пулеметчик и снайпер. До этого же в белорусской армии использовались два основных типа разгрузочных систем – это РПС «Кобра» и нагрудник «Бел Нерпа». Нечто похожее на данный жилет мы можем наблюдать у белорусских пограничников, однако в нем отсутствовала система «Молли», и подсумки нашивались непосредственно на жилетную основу. Скорее всего, данный жилет вырос именно из жилета пограничников. УМТБС ШШ-117. Вообще данная разгрузочная система насчитывает уже более чем 20-летнюю историю и успела принять участие во множестве войн и конфликтов. Данная система также разрабатывается в трех комплектациях. Это разведчик-стрелок, разведчик-снайпер и разведчик-пулеметчик. Отличается она только типом комплектуемых подсумков. Более подробный обзор на данную систему вы можете посмотреть по ссылочке в описании. А сейчас мы при помощи магии монтажа перенесемся с вами в нашу импровизированную студию и более подробно сравним жилетную основу, а также каждый подсумок. И поехали! И вот мы в нашей импровизированной студии. А начнем мы первым делом с жилетной основы. Значит, обе разгрузки построены по одному и тому же принципу. Состоят они у нас из трех частей: левая, правая и центральная. Первым делом, значит, мы рассмотрим ШШ-117. Материал очень плотный. Раньше это был МАГАТЕК, сейчас какой-то другой материал. Ну, в общем, не будем на этом заострять внимание. В поясной части у нас вставлена мягкая пенка для более удобного ношения пояса. В белорусской же разгрузке пояс у нас раздельно идет от жилета. На плечевых лямках у нас также вставлено немного мягкого материала для более удобного ношения. На основе жилета у нас расположена вот такая вот сеточка, которая позволяет нашему телу дышать. Значит, также у нас здесь встроен карман, в который мы можем положить какие-либо бумаги, документы, карты. Эти карманы есть во всех трех частях. В левой, правой, вот как вы можете заметить. А также спиной. В спиной части доступ у нас снаружи. Это для того, чтобы мы могли сюда ставить гидратор. Теперь переходим, значит, у нас к наружной части. Я подсумки не снимал, вы знаете, что я немножко ленив. Здесь у нас по всей длине нашиты стропы Молли. Как вы можете заметить, стропа у нас принтованная, цвет ткани разгрузки. Разгрузка регулируется трехщелевыми пряжками и такой же принтованной стропой
по объему. По высоте также регулируется. Здесь вот у нас такими трехщелевыми пряжками. И, значит, у нас данная часть на липучке, она может двигаться выше, ниже. Также на грудной части у нас есть ремень, который также регулируется в объеме. И грудные фастексы имеют регулировку. Теперь переходим к белорусской разгрузке. То, что я говорил, концептуально они похожи. То есть у нас также есть левая, правая часть и спинная. Однако пояс у нас съемный, крепится при помощи вот таких вот клипс, которые есть как на самом поясе, так и на разгрузке. Мы продеваем вот такой вот ремень, и наш пояс держится на разгрузке. Дальше, что мы видим? Точно такая же плотная ткань. Вероятнее всего, это Magatex, так как она производится в Беларуси. Как мы видим, на платформах, что на левой, что на правой, на спиной, нет никакого сетчатого материала. У нас здесь плотная ткань, такая по типу плащевки. И внутри вставлена обычная пенка. То есть также здесь нет никаких кармашков, чтобы мы могли сюда что-то положить. Или здесь на спинной части карман для того, чтобы мы могли туда положить гидратор. Собственно, как для меня лично это минус, потому что данная разгрузка в жаркую погоду очень жаркая. И поэтому я считаю данное решение не очень практичным. Идем дальше. На самой жилетной основе у нас располагается система Молли, стропа зеленого цвета, но это не критично. Как мне показалось, что стропа в белорусской разгрузке все-таки немного толще, чем в российской ШШ-117. Регулировка также производится по объему, только здесь у нас уже находятся две регулировочные пряжки, также трех щелевые, но здесь они из пластика. Если там фурнитура была металлическая, трехщелевки, то здесь они пластиковые. По высоте разгрузка регулируется вот таким вот образом. Значит, здесь у нас нашита длинная стропа, и при помощи вот такой двухщелевой пряжки производится у нас регулировка вверх-вниз. Жилет застегивается у нас на молнию, как в старых разгрузках, и еще дублируются на пластиковые фастексы, которые также имеют регулировку. Теперь что касается ремня. Значит, как вы можете заметить, ремень у нас идет по всей длине, пристегивается клипсами, и значит, пояс. На поясе также имеется система Молли, сплошная, три в ряд. Однако у нас из-за крепления ремня, из-за того, что он находится снаружи нашей системы, мы не имеем доступ к системе Молли и не можем разместить здесь подсумки. То есть подсумки здесь мы можем разместить только непосредственно на самом ремне. Ибо если же мы разместим подсумки на системе Молли, то есть, как вы уже догадались, ремень будет идти поверх подсумков. Также на спинной секции у нас есть вот такая вот стропа для эвакуации пострадавшего. Итак, мы рассмотрели жилетную основу. Теперь давайте же перейдем с вами к более подробному рассмотрению комплектации каждой разгрузки в варианте Стрелок. А также рассмотрим каждый подсумок по отдельности. И начнем мы с подсумков под магазины. Значит, штатным подсумком
6ш117 идет, значит, у нас вот такой двухсекционный подсумок с перегородкой. Перегородка может у нас, значит, убираться. Также таких подсумков есть у нас два вида. Один идет, получается, с креплением для штык-ножа и ропа. А другой подсумок, значит, у нас идет без штык-ножа, и он выполнен вот в таком вот. Крепится все у нас на систему Молли. Значит, вся стропа залита у нас вот пластиком и имеет очень такую приятную форму. Как по мне, это очень полезное решение. Помогает при плетении самой системы. Подсумок закрывается на липучку и турникетную кнопку. Значит, в него влазит два штатных магазина. 5,45 либо 7,62. Также существуют такие же подсумки для РПК. Собственно, они у нас длиннее. Значит, теперь перейдем к подсумку на белорусскую разгрузку. Это не оригинальный подсумок, я его шил сам. Так как мне, значит, попалась разгрузка без данных подсумков, у меня в комплектации пулеметчика она была, поэтому, значит, я пошил себе вот такие вот подсумочки, чтобы было более наглядно. А оригинальные белорусские подсумки, значит, мне по большей части напоминают вот такие вот подсумки классика от компании MorderTag. В принципе, даже у нас система Молли нашита точно так же. Как выглядят оригинальные подсумки, вы можете посмотреть в видео по подсказке, там, где я рассказывал про снаряжение сил специальных операций. Вот, собственно, подсумок выглядит вот просто идентично. И, значит, я вот этот подсумок шил по подсумку от MorderTag. Единственное, что, значит, здесь я сделал стропу. Да, то есть мы можем взять любой подсумок от белорусской разгрузки, да, и посмотреть, в каком плане выполнено данное изделие. Также здесь находится люверс, закрывается подсумок на классическую систему Молли с кнопкой. Внутри нашего ремешка, значит, здесь нету никаких пластиковых вставок, это у нас просто стропа, но выполнена она, как видите, соединена вдвое, чтобы у нее была такая приличная жесткость. Подсумок у нас вмещает один магазин от автомата Калашникова. 5,45 либо 7,62. Также для пулемета РПК существуют длинные подсумки для магазинов от пулемета РПК. Что касаемо носимого боекомплекта. В комплекте к 6ш117 идут два вот таких подсумка. Они отличаются лишь размещением ропа слева или справа. И два подсумка без ропа. Итого у нас получается 8 магазинов к автомату Калашникова. В белорусской же разгрузке идет также 4 вот таких вот подсумка. Однако в них по одному магазину, соответственно, белорусская разгрузка вмещает в себя 4 магазина к автомату Калашникова. Следующие у нас на очереди идут гранатные подсумки. Подсумок от разгрузочной системы 6ш117 выглядит вот таким вот образом. Значит, у нее есть закрывающийся клапан. Закрывается сам подсумок на турникетную кнопку. И также имеет классическую для Техникома систему Молли с прорезиненной стропой. Внутри организация подсумка включает в себя один основной карман. И также здесь прошита стропа, в которую, вероятнее всего, предполагается, значит, вставлять предохранительную скобу от гранаты. И граната переносится снаряженная вот таким вот образом. Данный подсумок может вмещать в себя любые типы гранат. РГД-5, F1, РГО, либо РГН. Белорусский подсумок выглядит вот таким вот образом. Значит, крепится уже на две стропы. То есть, если мы видим, здесь у нас одна. Здесь данный подсумок занимает две ячейки Молли. Также крепится на двойную стропу и закрывается на
кнопки. Подсумок имеет вот такой вот хрястик для открывания. Закрывается на липучку. В боковой проекции подсумок имеет резинку для утягивания ее по объему. Внутри подсумок имеет вот такую вот организацию. Значит, один большой карман и кармашек поменьше. То есть здесь мы можем переносить гранату отдельно от запала. То есть запал у нас хранится вот в этом внутреннем кармашке. Собственно, если мы крутили запал в гранату, то здесь также может располагаться предохранительная скоба. И вот таким вот образом у нас граната помещается под сумку. Лично мне больше всего нравится подсумок от 6ша-117, так как он полностью закрыт. Закрывается на турникетную кнопку, а не липучку. Гранату, в принципе, легко извлекать, что здесь, что здесь. Вот. Но данный подсумок у нас открытый, то есть он может, в него всякая тут попадать грязь, когда мы ползем особенно. Сейчас мы с вами рассматриваем два подсумка, которые идут в белорусской разгрузке, но в российской 6ша-117 аналогов данным подсумкам нет. Точнее, почти нет. Значит, это у нас подсумок под РДГ, то есть под дым, и подсумок под РОП, осветительный патрон. Значит, он также крепится на систему Молли, классическую для данного жилета, имеет люверс и закрывается на липучку. Собственно, ропа для демонстрации у меня, к сожалению, нет, но подсумок выглядит вот таким вот образом. Здесь же у нас точно такая же система крепления, как и во всех подсумках белорусского жилета. И сюда у нас, значит, спокойно вмещается РДГ. Как мы видим, подсумок также открытого типа. Что касаемо российской системы. Значит, в российской системе есть вот такой подсумок под автоматные магазины. Что я вам сейчас продемонстрирую. Значит, если здесь убрать перегородку, хотя вообще ее можно даже и не убирать. То есть мы сюда можем вместить в этот же подсумок дым. Вот, причем даже если не убирать перегородку, он даже очень-очень плотно сидит здесь. Да, и тут еще даже остается место. Не знаю, влезет, не влезет. Смотрите, сюда даже влез магазин для автомата. То есть здесь мы можем переносить как магазин и дым. Так, два магазина или отдельно дым. И закрываем вот таким вот образом. Также в этом подсумке можно переносить и роб. И здесь же у нас есть место для штык-ножа. То есть вот так вот он размещается. Карабинчик крепится вот к этой застежке. И штык-нож вот таким вот образом находится у нас в подсумке. То есть в этом одном подсумке мы с вами переносим роб, магазин к автомату Калашникова и дым. Белорусской же разгрузки для этого есть отдельный подсумок для дыма, отдельный подсумок для роб. Ну и, собственно, штык-нож переносится у нас на грузди разгрузки вот таким вот образом, как вы видите сейчас на своих экранах. Значит, ну также, конечно, мы можем штык-нож, вероятнее всего, разместить, да, в подсумке для ропа. И переносить его вот таким вот образом. По боекомплекту. Значит, в российской разгрузке, если мы разместим сюда дымовую шашку, то есть, собственно, вы можете нести их до 4 штук. Если вы разместите в каждом подсумке по одной дымовой шашке, по одному магазину, там от Калашникова, но это будет, скорее всего, неудобно для вас. А также у нас есть два ропа. А если мы будем ставить подсумки вот такого вот плана, то у нас будет до 4 ропов. Вот, ну мы, значит, берем классическую систему. Значит, у нас два ропа.
и до 4 дымовых гранат. В белорусской же разгрузке у нас идет только два вот этих вот подсумочка. То есть у нас идет одна дымовая граната и один роб. Следующий подсумок у нас на очереди, который не имеет аналогов в белорусской разгрузке, это так называемый многофункциональный подсумок. Его мы с вами можем использовать под различные предметы и нужды бойца. Выполнен по системе крепления Молли. Однако здесь он немножко пошире гранатного подсумка, как вы можете заметить. Клапан у него открытый, похожий на белорусском подсумке. Вот такого плана. И также имеет петельку для открывания. Закрывается он, значит, на липучку и кнопку. Значит, что мы можем переносить в данном подсумке? В данном подсумке мы можем переносить как гранаты. Очень хорошо они сюда залетают. Сюда влазит магазин к снайперской винтовке Драгунова. Также бандаж спокойно сюда влазит. Собственно, я в таких подсумочках храню бандаж и ИПП. ИПП стандартный, армейский. Очень хорошо сюда залазит. Ну, по факту, эта подсумочка и позиционируется как подсумок под ИПП. Также сюда может влезть стандартный жгут Эсмар. Вот такого плана. Хотя, что я вам скажу, вот жгут Эсмарха, например, очень хорошо влазит даже в гранатный подсумок. Причем, как по мне, в гранатном подсумке ему больше будет удобнее, да, нежели в многофункциональном. Так как в гранатный он влазит полностью хорошо, то есть мы его можем спокойно достать. Здесь, ну, также он хорошо размещается, однако у него здесь еще очень много свободного места. По идее, мы сможем даже, наверное, ИПП не влазит. А вот бандаж, 4-дюймовый бандаж и кутесмарха влезли. Ну да, с закрытием подсумка у нас есть небольшие проблемы. Вот такой вот многофункциональный подсумок. Следующие подсумки, которые мы рассмотрим, это подсумки под радиостанцию. Значит, в российской разгрузке 6-117 штатно идет подсумок под радиостанцию «Азарт», по-моему, она называется. Значит, крепится на две ячейки Молли. Закрывается на вот такой вот фастекс. И, значит, имеет по бокам два вот таких вот клапана для настройки радиостанции. Применим подсумок ли данный для страйкбола? Конечно, применим. Значит, он здесь может увеличиваться по длине. Да, сюда также может влезть белорусская штатная армейская радиостанция. И, собственно, радиостанция Баофенг с увеличенной батареей очень хорошо сюда становится. Вот таким вот образом. И вот так вот закрывается. То есть, на самом деле, универсальный подсумок и подходит для большинства типов носимых радиостанций. Подсумок же белорусской армии выглядит вот таким вот образом. Значит, сделан он также из такой вот жесткой ткани, также может регулироваться. Здесь у нас есть вот такой вот хлястик. Внутри у нас находится ответная часть с панелью Velcro. И может подсумок данный увеличиваться. То есть в него мы также можем поставить радиостанцию Баофенг с увеличенным аккумулятором. И, значит, будет она себя чувствовать здесь, в принципе, комфортно. Однако штатные армейские радиостанции сюда, к сожалению, не войдут.
и их придется носить в тех же, например, подсумков от автоматных магазинов. Туда они, кстати, очень хорошо помещаются. Но вот этот подсумок все-таки разработан, придуман для радиостанции типа Баофен. Значит, вот показываю, значит, с маленьким аккумулятором. Выглядит у нас все вот таким вот образом. Здесь по бокам у нас резинка. Позволяет увеличиваться подсумка под размер радиостанции. Он, в принципе, здесь плотно сидит. То есть, даже если у вас отклеится кнопка, оторвется, да, то у вас подсумок, из подсумка радиостанция никуда не денется, не выпадет. Следующим у нас на очереди идут так называемые сухарные сумки. Значит, это небольшие вот такие подсумки, которые вмещают в себя однодневный какой-то запас. Подсумок Шиша 117 выглядит такой вот, он такого вот плана, в виде небольшого рюкзачка с регулировками. По-моему, у него объем от 5 до 7 литров. По бокам имеет вот такие вот подсумки, в которые можно разместить дымы. Для того, чтобы не размещать их в подсумках на груди. То есть штатно у нас здесь вот есть два вот таких подсумка, и мы с собой можем нести два дыма. Это не включая того, что мы, например, несем 8 магазинов. Значит, здесь у нас закрывается все на Fastex. И вот такую вот утяжку. Внутри довольно объемно. В клапане у нас также имеется небольшой кармашек под различные нужды. И на самом подсумке, значит, у нас находится система Молли. То есть сюда мы еще можем что-то крепить. Теперь перейдем к белорусской сухарной сумке, если ее так, конечно, можно назвать. Значит, да, касательно к сухарной сумке от Шиша 117, мы ее можем крепить на любой части. То есть, я имею в виду, мы можем крепить ее как на спине, так и на поясе. Ну, обычно все носят ее на поясе. Белорусская же сухарка, она может крепиться только на спине. Почему так? Показываю. Значит, у нас сухарка занимает 8 ячеек Молли. Если мы посмотрим, то у нас на спине, даже на том же поясе, как вы можете обратить внимание, находится только 6 ячеек. Да, можно зацепить и за 6 ячеек, 2 крайние не цеплять. Но все-таки разработчикам, конструкторам было придумано, что он крепится именно на спине. Потому что вот на спине у нас есть все 8 ячеек Молли. То есть, собственно, данная сухарка носится как рюкзачок у нас на спине. Как мне кажется, это весьма неудобно. То есть проще разместить сухарку на поясе, а на спинную панель мы можем разместить какой-нибудь мини-мап. Или очень хорошо на спину можно разместить тот же подсумок для короба пулеметного. И у нас увеличивается носимый вес бойца. Да, конечно, сам боец не будет иметь доступа к той же сухарке или мини-мапу, который у нас находится на спине, но его товарищ сможет. И тут перейдем же к полезному объему данной сухарки. Значит, здесь также снаружи находится стропы Молли, чтобы мы могли сюда крепить какие-то дополнительные подсумки. Вот, но, значит, сам рюкзак, сухарная сумка, значит, у нас закрывается на молнию с двумя вот такими вот бегунками. И внутри она имеет просто обычную вот такую вот организацию. То есть здесь просто объем, в котором нет ни кармашков, ничего абсолютно. То есть сюда что-то просто накидал, и оно здесь вот лежит. Имеет люверсы, а нет. Что даже отсутствуют люверсы для стока воды. Как по мне, в принципе, это весьма не очень удачное решение. Конечно, вы можете сами ее переместить себе на пояс и носить как вот эту сухарную сумку. Далее, чтобы далеко не уходить, перейдем к подсумкам для фляг. Значит, у меня с данной системой шел вот такой вот подсумок от Zyratcool. Значит, это подсумок для КДК,
То есть котелка десантного комбинированного. Значит, он закрывается на вот такой вот фастекс. И, как вы видите, здесь также есть утяжка. И у меня здесь находится сам КДК. Полностью штатно с котелком, подкотельником и флягой. А также снаружи здесь есть вот такой вот кармашек для обеззараживающих таблеток. То есть в этот же подсумок влазит также американская фляга на одну кварту пластиковая. И обычная пехотная фляга, которую мы все привыкли видеть, также при помощи утяжек вот таким вот образом сюда очень хорошо влазит. И вот здесь у нас держится. Подсумок имеет люверс для стока воды. В белорусской же разгрузке подсумок для фляги выглядит вот таким вот образом. Значит, крепится он также на систему Молли. Значит, я здесь повесил на пояс. И вмещает он в себя только стандартную флягу армейскую, скажем так. Все. Больше сюда вы ничего не положите. Возможно, сюда влезет фляга на одну кварту. Сейчас мы это проверим. Принес фляжку пластиковую на одну кварту. Мне кажется, она сюда не войдет. Точнее, может быть, она сюда войдет, но подсумок не застегнется. Да. Чуть-чуть совсем не хватает, кстати. О, смотрите, даже... О, даже застегнул. В принципе, с небольшим таким напором, но она застегивается. Но очень трудно ее будет переносить таким образом. То есть, если немножко удлинить вот эти хлястики, то сюда, в принципе, даже влезет фляжка на одну кварту. Но КДК сюда уже не поместится, к сожалению. Но, опять же, у нас фляжка переносится на поясе, значит, мы будем КДК переносить в штатном советском подсумке на поясе данной разгрузки. И, кстати, в подсумке люверса для стока воды нет. И кармашка для размещения обеззараживающих таблеток также нет. Следующий подсумок, который есть в белорусской разгрузке, но нет в российской разгрузке, это, значит, у нас подсумок под сброс пустых магазинов. Имеет классическую компоновку. Значит, большой карман. Внутри ткани никакой нет. Сверху горло затягивается вот таким вот шнурком. Люверса для стока воды нет. Крепится на систему Молли. Может быть скручен вот таким вот образом и переноситься в закрытом виде. Значит, горловина у нас имеет здесь внутри какую-то жесткую вставку. То есть, вероятнее всего, проволока какая-то. Да, вот, которая сохраняет у нас форму данного подсумка. Однако, в российской разгрузке обычно военнослужащие под сброску используют подсумок для противогаза. И подведен итог. Концептуально обе разгрузочные системы идентичны, повторяют общие принципы построения данных элементов снаряжения. Однако российская ШШ-117 имеет более удачные, на мой взгляд, технические решения, которые позволяют более комфортно эксплуатировать МТБС, нежели жилет Галантей. Например, носимый боезапас у разгрузки серии ШШ также отличается от белорусской в большую сторону.
это 8 магазинов российских против 4 белорусских, 4 гранаты в российской против 2 гранат в белорусской, 2 ропа и 2 дыма против 1 ропа и 1 дыма. Плюс к жилетам серии ШИША за 20 лет вышло огромное множество подсумков различного назначения. Это и аптечки, и подсумки под турникет и так далее и тому подобное. Большим плюсом, конечно же, в белорусской разгрузке является наличие штатного подсумка под сброс пустых магазинов. Конечно же, все эти системы идентичны и взаимозаменяемы. Вы с огромной долей вероятности можете спокойно использовать подсумки от ШИША на жилетной основе Галантей, дополнив уже имеющиеся штатные подсумки. Выбирать вам, я лишь высказал свое мнение. Лично я использую УМТБС ШИША 117 в расширенной комплектации. А на этом у нас все. Всем спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. И ставьте большие пальцы вверх. Вам нужно нажать всего лишь 2 кнопки, а мне приятно. И да пребудет с вами сила. Пока.